заказать на сайте AliExpress давилку для тюбиков. Ну, конкретно эта давилка у нас. Пластик хороший, АБС, прорезиненная основа для кремов. Испытывать будем на этом. Тут, по идее, должно вставляться вот таким макаром. Ну, чего-то не хватает. Может быть, это как-то так надо делать. Но может быть, просто не склеим. Да нет, вроде бы давит все. Да, нормально выдавливает. На креме будет получше. Видно. Ну, в общем, как-то так. Ссылка на продавца будет в описании. По виду вроде бы нормальный, качественный товар. Не хлипкий. Подписывайтесь на канал. Всем пока.